на равнодушие. И все успокоилось такое. Да, знаете? На самом деле каждый из нас немножко вот эта бабушка заблуждающая, да, потому что точно. кто скажет, абсолютно, что он полностью понимает. Есть на любой стадии, где-то вот нас можно сказать, а вот ты этого не понимаешь, точно не понимаю. Но Христу верую. Докажи мне, что Христос так учит. Я тебя поцелую, скажу спасибо, я узнал новое. Незаметно пролетели 50 минут нашей передачи. Спасибо большое. Мы общались с протоиереем Дионисием Бурмистровым о сектах на Руси. Программу провел Даниил Варламов. До свидания. Благодарю за внимание. До свидания. Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». Град Петров продолжает свои передачи. В эфире новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий сослужил святейшему патриарху Кириллу в престольный праздник Троицы Сергиевой Лавры. Шов отслужил 15 июля молебен в церковном корпусе Большого Петерговского дворца, храме святых апостолов Петра и Павла. Ему сослужил диакон Михаил Приходченко. После молебна отец Михаил рассказал, что богослужение приурочено к празднованию 12 июля, Дня памяти святых апостолов Петра и Павла, Дню Петергофа, который отмечается 13 июля. Придворная церковь в Петергофе была создана указом императрицы Елизаветы Петровны. Театр Олега Табакова откроет новый сезон в середине сентября на сцене «Современника». Сцена на Сухаревской театра Табакова закрывается на капитальный ремонт. Планируется принести вход в театр, увеличить гримёрки, создать 4 зала для репетиции, а также кафе, библиотеку и помещение для театральной школы. Также ремонтируется историческая сцена театра на улице Чаплыгина. Работы планируют завершить к середине следующего года. Победители первого всероссийского конкурса джазовых композиторов объявят джазовом фестивале, который пройдет в городе на Неве на следующей неделе. В конкурсе две номинации – инструментальная пьеса и джазовая песня. По словам организаторов смотра, лауреаты получат возможность выпустить свои треки на лейбле Bootman Music и получить признание в России. Петербургский джазовый фестиваль состоится в северной столице впервые. Музыкальный форум соберет более 600 музыкантов из России и зарубежья. Звучит марш «Прощание славянки». Этим маршем испокон века провожали в России на войну и встречались с победой. Радиоканал «Радио Петербург» зарегистрировано в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор», регистрационный номер L0FS77-748-29 от 11 февраля 2020 года.